То шарик упаду, то шарик меня об стенку снесет. В общем, ничего хорошего. Итак, в этой тупиковой комнате, вот с этой стороны, здесь вот такой вот сундук. Интересно, за что же я столько страдал, чтобы прийти сюда? О, друзья, мне дали некий вентиль. И знаете что? Я думаю, что этот вентиль надо вставить именно в тот красный рот. Ну, точнее, в тот переключатель, который похож на рот бога Майя какого-то древнего, да? Помните, в стене был, кто смотрел предыдущий? Кстати, смотрите, у меня же здесь есть еще два выхода. Вот они, видите, чуть выше, в которые я не проходил еще ни разу. Ну, давайте сходим туда. Здесь я вижу, что больше, да, больше ничего нет. Сейчас я пройду зал, где, надеюсь, паучка.